Одинцовские единороссы провели очередное заседание политического совета местного отделения партии. Одним из главных вопросов видеоконференции стала подготовка местного отделения и первичных организаций к проведению предварительного голосования по выдвижению кандидатов от «Единой России» в Государственную Думу и Московскую областную Думу. Участники встречи также напомнили, что в Одинцовском округе продолжает работу волонтерский центр «Единой России». Связаться с ним можно в будни с 9 до 18 часов.